А ну слушайте. Сегодня в программе «Невероятный доктор Пол» весенняя лихорадка приносит вспышку лактационного мастита и уйму срочных вызовов. У доктора Пола с Чарльзом дело не в проворот. Не так сильно, Чарльз. А по-настоящему проявляет себя доктор Бренда. Легаться она будет сильно, будет больно. Давай, малыш. Господи, воздух испортили. А нельзя выбрать корову поменьше? Лучше встать против ветра. Это доктор Ян Пол. Он местная легенда, и у него более 19 тысяч клиентов. И команда, которая делает все, что потребуется. По-моему, мне в лицо попало.